Сегодня у нас 20 февраля. Вот ты вылезла тут. 20 февраля 2020 года, четверг. И вот я сам себя снимаю. Только начал работать здесь сегодня. Трудите, говорите. И забанили. Называется, закрыли. То есть это где-то на 2 недели меня. Они, плати деньги, и тогда ты будешь хороший. Ну как это так? За что? Оказывается, они выбросили вот такой вот впереди ролик. Сюда. Я вот разговаривал. Православные проповедники. А тут раз, и вот это вот выскочило. Так. Я останавливаю его, чтобы показать. Вот оно какое выбросили. Может, на меня сейчас обратить там начнут. Неприятно. А если ты не поднимайся, отвечай. Это оттуда идут слова такие, кидают. Счета в банке оплатить, мобильный счет. А что? Я разговаривал с мусульманином и показываю ему Коран и говорю, у вас есть такая книга, Коран. Вот она лежит передо мною. Коран. Еще хорошая беседа такая. Показал до этого Библию нашу. Потом вот так показал корешок. Ну, смотри, как Библия у нас. Я говорю, вы читали ее, когда не читал. Ну, я ему тогда рассказываю. Так, а вот смотрите, на это написано тоже на корешке. Вот так, Коран. А на обратной стороне вот что написано. Ну, это по их. Вот она, смотрите, что как получается. И вот это сосчитали они рекламой. Рекламой. Показал Коран на обратную сторону. И Коран мне поставили. Еще этого не было никогда. Я с добрыми намерениями, я говорю, у вас есть Коран, вы должны знать его и поступать там, не безобразничать. У вас же тоже наказание от Бога есть. К Библии не прицепились, тут нет надписей. А здесь вот это надписи две строчки. Ну, конечно, это машина делает, но главное, что вопрос снимается, если вы заплатите. Снять бан, здесь платежная карта. Мобильный счет. И вот в обвинение мне поставили. За Коран пострадал. Мусульмане, учтите это. Ну, тут, конечно, расплывчато. Ну, а что расплывчато? Все равно можно считать как-то. Я ничего тут не делаю. Вот, можно просчитать. Ну, а что здесь сказать? Ничего не скажешь. Вот теперь оно крутит другое. Что-то тут такое. Я сейчас покажу. Вот он, я опять нахожусь здесь в рулетке. Ну, я тогда что, позвонил своим программисты тут, Вячеслав помог. Открыли сразу другой канал. Ни копейки я не платил, и платить не... За что платить? Во-первых, за что? Я не нуждаюсь, я тут могу не заходить. Но у меня тут идет хорошая работа. Недавно я встретил верующего, такой сильно верующий еврей. Хорошо побеседовали, мусульманин. Ну и много тут берем что. Молимся за тех, кто Андрей Терновский создал эту игрушку. Вот им и решил друзьям показать. Я сразу написал, так и так. Со мной поступили, закрыли, выручайте. И Вячеслав сразу же тут все это раскубарил меня. Я опять вошел. Но там как-то привык. Лучше для меня казалось. Ну, Бог его знает, как лучше. Вот следующий сейчас. Вот выйдет это или нет следующий. Вот. Видишь, как вот крутит. Здесь как-то дольше вроде искать. А там они сами друг на друга напирают, идут. Может, и здесь так, но я еще не рассмотрел. Что-то много. Нажимаю, следующий, никого нету. А там как-то проще было, больше людей, и легче было сходиться на этом. Ну, все равно. Дел там много, но сюда я захожу. А сейчас и выключать боюсь. Меня поставили сюда. Нет, еще. Вот. А теперь я зайду сейчас на тот, который у меня был. Она меня вышибет тогда отсюда, со второго канала. И там не запустят, и тут не войдешь. Ну вот только выходит. Вот кто-то зашел, следующий. Интересно, следующий зашел без моей помощи.
А здесь я нажимаю, а никого нету. Почему нету, не знаю. Очень долго нету. А мне есть что сказать. Ну, 8 месяцев уже тут я работаю. Где-то 750 человек, которые прислушались. Вот так. Все это нажимаю, и ничего тут нету. Видимо, нажимать не надо, она сама пойдет. Ищу собеседника, следующий. Что, так мало их, что ли? Вот не буду нажимать, может, легче кто-то зайдет сам. Нет, то же самое, стоит на одном месте. Ну, наконец, появился какой-то дядька и тут же исчез. Ну, тут процентов 95 мусульмане, и поэтому говоришь с ними, там, даешь что-то, свои знания. Отвечать не отвечают, книгу не знают совершенно. На 1000 человек только один смог кое-что ответить. Не знает, я говорю, Соломон и Сулейман это один и тот же. Может быть, вот она начинает язык. Вот и все. Ничего больше нету. С чем-то привлечь надо. Человека язык высунула такая. Я как-то сказал, что я тут ни одной девочки, ни еврейской, ни мусульманской не видал. Потому что их отцы, матери берегут. А это... Все это по-русски-то говорят, да и не по-русски тоже. Беспризорные какие-то. Матерятся, только меня увидят, Хаттабыч, кричат и матерками гонят. Еще на это сказать. Вот сейчас не буду трогать, значит, она войдет, раньше сменится, может быть. Отмахивает где. У меня огромные материалы. Ну, 8 месяцев работаю здесь по много часов. Значит, уже и опыт, что сказать, какие места писания открыть, на какую тему начать говорить. Мы пришли с благой вестью, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Вот мы пришли сюда и проповедуем. Рассказываем о Боге, о вечности. Так, не каждому все это подходит. Хоть бы один так остановился, поговорить, чтобы заснять. Нет никого. Нет, ну там чаще бывали. Так. Ну, не успею даже руку поднять, перекреститься, уже исчезли. Беседовать вообще не с кем. Канал плохой по сравнению с тем, где я был. Вот так. Беседы никакой нету, совсем пустой. Сейчас буду звонить. Вот он только появился и сразу исчезает. И почему? Не, беседы не одна только была, так немножко. Слава Иисусу Христу! Вы верующие? Ну, сразу исчезла. Никакого разговора нету. Какая-то интересная. Тоже чат-рулетка называется, но все по-другому, по другими номерами. Видимо, подхватили и поняли, что что-то она приносит какую-то прибыль. А все за деньги. Здесь продаются тела голые, все рты разевают. Это я-то знаю, что это означает. Язык высовывает. Это не просто так. Вот видишь, она какая сидит. Хотя это ничего такого как будто и нету, но все равно неприлично. Так, вот, понимаете, даже руку поднять не могу, и уже исчезают. И поэтому ничего нету. Кто поможет, пусть мне поможет войти в хорошую рулетку. Не платить ни грамма, заплатим. Да еще ради платить-то? Мне тут и делать нечего. Только для беседы сходимся. Вот. Только руку поднимают, она уже исчезла. Картинка. Не больше 2 секунд задерживается и пролетает. Все, никого нету. Бесед нету. Вот даже моргнуло только миг и нету. Что это за такое? Так, кто-то заинтересовался бы или как-то. Я вот все здесь показать. У меня голуби тут здесь. Между собой они дерутся все время. Вот они где друг друга. Все, снег сегодня выпал, все закрыто, и воробьи. Пойду сейчас откапывать корм, насыпать у меня ведрами, там стоит большие ведра. Ведра 3 иногда в него вмещается отходов. Вот и все.